Свитер из ангоры не только модный тренд, но и настоящий must-have сезона осень-зима. Вещи, созданные из этого материала, отлично сохраняют тепло. К их достоинствам также можно отнести мягкость и неколючесть. А вот к недостаткам – капризность в уходе. Чтобы улучшить износостойкость вещей из ангоры, производители тканей часто добавляют в состав полотен вискозу, акрил и эластан, что позволяет использовать этот материал в порой неожиданных для него моделях одежды. Могут быть различные вариации костюмов, таких как и спортшик, и что-то романтичное можно создать, потому что благодаря мягким формам что-то такое очень уютное получается из ангоры. Можно сочетать с кружевом, с какими-то декоративными элементами в виде там крылышек, либо каких-то рюш, и получаются тоже очень такие нежные образы. Помимо одежды второго слоя, свитеров, костюмов, платьев, современные дизайнеры создают из смесовых полотен ангоры пальто, шапки, варежки и не только. Правда, несмотря на примеси, уход за такими вещами требуется особый. Стирка специальными средствами для шерсти при низких температурах около 30 градусов на деликатной программе, а лучше всего вручную, и щадящий режим носки. Вы поносили, и вот повесьте хотя бы на денек. То есть нужно всегда трикотажу давать немножечко отдохнуть. То есть его не нужно занашивать. Конечно, где-то расчесать щеточкой, где-то почистить специальной машинкой. И тогда она будет служить вам очень-очень долго. Выбирая одежду из ангоры и при этом имея какие-либо недостатки фигуры, которые хотелось бы скрыть, стоит отдавать предпочтение вещам свободного кроя и более темных оттенков. Светлые вещи из такого мягкого материала могут невыгодно подчеркнуть проблемные зоны.